ехать в мое царство. Дай сюда. Она нам сейчас ни к чему, конфетка. Ну, покажи, на что ты способна. Раздевайся. Медленно. Не стесняйся, детка. Можно мне выпить? Знаешь, чтобы расслабиться. Сломать? Ну, лед давно уже сломан, красавица. Иди сюда. Давай. Раздевайся. Может, сначала ты... О, нет. Чего языком почесать, кис? Я наболтался. Простите, я боюсь, мы друг друга не поняли. Слушайте, я пойду, хорошо? В другой раз. Нет, ты немного не поняла, детка. Довольно тянуть время. Да или нет? Я никогда не принимаю отказов. Должно же быть решение. Лампа. Только бы удалось схватить ее. Сладкая детка, эти холмы прохладной пены. О, да, да, да. Вот что значит надрать задницу. Я умница. Так, второй акт. Посмотрим, как запоет наш мачо. Только пикни. Пуля в лоб. Понял? Черт! Что тебе нужно? Ты снял квартиру на Марбл-стрит. Объясни, зачем. Квартиру? Какую еще к черту квартиру? Неплохо для девки.
Но ты меня не слишком сильно огорчила, киса. Ах ты, сука! Убью тебя! Босс, все хорошо? Да? Где Пако? Простите, он не может сейчас подойти сам. У него руки связаны. О, я понял. Ну что ж, спасибо за отличную идею, Пако. Теперь ты заговоришь. Что ты делаешь? Хватит! Хватит! Я только начала. Могу продолжить. Я ни разу не был в той квартире. Дал ключи одному типу, который искал квартиру. Он заплатил. Как его звали? Он не назвался, клянусь! Шепард! Его зовут Джон Шепард. Я все сказал, клянусь! Вот, не так-то трудно, верно? Жаль прерывать романтический вечер, но мне пора бежать. Увидимся, мой мачо. Надо выбираться отсюда. Как же болит голова. Отличный способ заставить парня заговорить.